17 марта в областном центре состоялись довыборы в Ивановскую городскую думу. Жители избрали депутата по одномандатному избирательному округу номер 1. Решение о назначении дополнительных выборов было принято в связи с тем, что Михаил Ратманов досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Состоявшиеся выборы были признаны действительными. В них приняли участие 20% избирателей округа. На должность депутата Ивановской городской думы претендовало 7 кандидатов. 6 было выдвинуто политическими партиями, 1 кандидат путем самовыдвижения. Фокин Артур Мирабович, главный врач 7-й городской больницы, получил наибольшее число голосов избирателей. Это составляет 40,1%. Второе место занял кандидат от КПРФ Андрей Втанеев. За него отдали голоса 35% жителей города. По мнению кандидатов, занявших первое и второе места, на выборах имели место нарушения. Правовую оценку при необходимости дадут компетентные органы. В свою очередь хотел бы заметить, что нами было составлено более 20 жалоб на деятельность наших конкурентов на выборах, которые пытались эти выборы сорвать и всяческим образом дискредитировать. Коммунисты и вовсе утверждают, что на 37-м участке произошел вброс бюллетеней. Фальсификатором оказался простой учитель физкультуры. Это зафиксировали 3 свидетеля. Оперативно-следственная группа, приехавшая на место, нарушителя задержала. После этого комиссия решила продолжить свою работу. Не была соблюдена процедура по поводу сброса в 37-м участке. И продолжалось голосование в ту же урну, куда попала пачка бюллетеней. Дальше мы будем готовить заявление в окружную избирательную комиссию об отмене результатов выборов на этом округе. Дальше, я думаю, суд. Много историй было рассказано об административно-полицейском давлении. Наблюдателям запрещали наблюдать, а с одного участка и вовсе удалили члена комиссии с правом совещательного голоса. Обсуждая результаты выборов, коммунисты не стеснялись переходить на личности. Я его, в принципе, в первый раз вот этого Фокина увидел. Я говорю, вам-то зачем нужен такой результат? Вас же просто тащат на плече. Вы сами по себе ноль, абсолютный ноль. Но вас на плече тащит полиция, администрация. И я говорю, Ратманов, ведь он уже вот с лица сегодня спал. Он с 7:30 и до конца находился в 53-й школе. За ним закрепили. Блогеры и твиттер-сообщества к результатам выборов отнеслись неоднозначно. Однако мероприятие состоялось. Сопутствовали ему и лживые слухи, и черный пиар, и административное давление. Вот такой получилась репетиция выборов в областную думу. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.